Всем привет, дорогие друзья! Сегодня с вами я, Новый Глеб. И сегодня мы будем делать обзор на GTA Пропащий или Обреченный, или Байкера Ангел Смерти. Хотите, как называйте, но я называю Пропащий и Обреченный. Мы депортировались с самого начала в этот район, где находится наш байкерский клуб. В него можно зайти. Здесь всякие плакаты с машинами. Так. Можно пока что сесть на наш байк. Так, я так думаю, если это обзор GTA, давайте сначала посмотрим, что за оружие у меня есть. Ой, да только не в этом районе. Сейчас я отъеду. Вот я только приехал на это место, и давайте посмотрим. Это у нас, похоже, это М4. Да, это, по-моему, М4. Да, стреляет она громко. Что следующее? Это у нас снайперская винтовочка. Ну, нормально, ничего так. И РПГ. Вот это классная ракета-мёт, кстати. Давайте стрельнем куда-нибудь вот сюда. Эй! Давайте в столбик стрельнем вот сюда, вот, например. А чё оно? Оно мимо. Ну, зато красиво. Бах! Это гранаты, если в руках долго держать, да, обалдеть можно. И у нас копы. Это еще и бита. Тебе значит, что бить не хочет. О, да. И дигл. Дигл вроде как, да? И спас 12. И это, по-моему, ПП, да? Или МП5. МП5, да. Хорошо, поехали от копов. Надо быстрее уезжать. Ой-ой-ой. Блин, было уродско. Надо встать на байк. Черт. Быстрее. Здесь можно выехать. Я заказ эту штучку разломал. Отсюда есть выход. Нет, только не переворачивайтесь. Обалдеть, здесь копка. Прощайте, копы! Прощайте, копы, дебилы! Так, окей, ладно, нам нужно... наехать чуть-чуть побыстрее. Vice City радиостанция называется. Надо взорвать. Опа, это что? Это почему у них огонь? Ух, надо ехать аккуратнее, а то я еду вообще по маршрутке. Давай тебе сейчас стрелю. Не могу попасть. Трудно, повороты они. Почему у них огонь? Их прям пламя. Так, окей. Радиостанция. У меня две звезды пропадают, и они не пропадут. Все, они сейчас пропадут. До свидания. Я хочу, чтобы они мигали, как тогда. Ладно, нужно ехать. Уф. Я так понял, мы почти весь мост объехали, и нам нужно уже сворачиваться. Я хочу, чтобы мне копы ушли. Я их потеряю сейчас. Все! Только не надо. Я успею. Черт, я не успел. Окей. Сейчас тогда приедем. Надо быстрее ехать куда-нибудь. В воротню особенно. Вот сюда. Да. Вот. Надо постелить кого-нибудь, чтобы они за ним ехали. И
смотрели, что с дядькой происходило. И пока что... Наверное, потом будут факты о GTA. Да. Но не факты, я знаю. Ну, всякие вещи с GTA связаны. Он будет. Еще, кстати, я обещал в прошлом ролике GTA Chinatown обзор сделать. Он будет. Завтра. У меня копы исчезли. И здесь нет лодок. Я бы поездил на лодках. Давайте убьем со снайперки, знаешь, такие. Тащимся. Зайца не хочет, придурок. Как ну ты целишься, жмешь со снайперки. Или он не может с укрытия. Ой!